хотим отремонтировать свой двор, денег у дома нет. Но я знаю, что существуют программы какие-то. В губернаторскую 1000 дворов на этот год не попали. Подскажите, есть возможность рассчитывать на участие в какой-то другой программе в этом сезоне? Программа формирования комфортной городской среды организована в 2017 году. И она с 2018 по 2024 год на сегодняшний день. Заявки были сформированы в 2017 году, в которую попало 275 дворовых территорий. И они распределены уже на эти года. Поэтому в эту программу тоже нет возможности попасть. Поэтому необходимо следить за администрацией края, чтобы попасть в 1000 дворов на будущие года. Раз наш губернатор сказал, что она будет продлена, значит, соответственно, и будут программы продлены. Но по формированию комфортной городской среды в связи с выделением большего объема финансирования у нас будет запланировано около 30 дворов. Там сейчас остальные 15 уже есть на 2019 год. И еще планируется около 15 дворов. После дефектования и обсчета будет точное количество дворовых территорий, которые будут выполнены в этом году. Данный перечень сформирован по дате подачи заявки. То есть, и если поднимаются, то они по очередности поднимаются все на дополнительные работы.